ЮНЕСКО поможет Якутии в создании международной арктической школы. Об этом сообщил руководитель отдела организации Дэвид Ачоарена на пресс-конференции, состоявшейся накануне в рамках Ленского образовательного форума. Он также отметил, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы как можно больше людей по всему миру получало качественное образование. В свою очередь, министр образования Якутии Феодосия Габышева подчеркнула, что уровень школы должен соответствовать международным стандартам. В настоящее время проводится подготовка кадров для учебного заведения. Будут привлечены как отечественные, так и зарубежные преподаватели. По словам главы ведомства, набор детей в школу должен начаться в 2019 году. Место для здания уже отведено, оно будет расположено на территории лагеря «Сосновый бор».